три. Так. Готовы? Раз, два. Опа! Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе. И прямо сегодня разработчики Axel Bolt отправили мне самый настоящий подарок. Они немножко опоздали. Ну, если точнее, на две недели опоздали. Но, тем не менее, мы посмотрим, что же там потом подчинены. Прямо сначала данный видеоролик. Лепите огромный лайк, подпишитесь на мой канал, а мы поехали! Просто, ребята, у меня такое ощущение, что разработчики вообще про меня забыли, потому что всем ютуберам подарок уже пришел до Нового года. Мне он пришел только сейчас. Может быть, они только вспомнили про меня неделю назад, такие, типа, блин, еще же есть этот ютубер, как там его? А, Кента ПК! Давайте-ка ему отправим. Но ничего страшного, все равно Axel Bolt, я вас люблю. Погнали на почту забирать подарок. Сейчас покажу, как у меня почта, вы просто угорнете. Ну чё, братва, иду в мороз минус 100 градусов. Надеюсь, подарок того стоит. Фух, как же холодно, я еще и без шапки. Просто посмотрите на это отделение почты. Это трындец. Буду в подъезд захожу. 5 minutes later. Ну это просто трындец. Короче, пацаны, походу видео немножко перекладывается. Для вас это 1 секунда, для меня это, походу, еще пару недель. Потому что мне вместо подарка пришла посылка с Китая, с Алиэкспресс. Блин, зря вставал сегодня пораньше. Здорово всем из будущего, потому что, ребята, прошло 2 недели с того момента, и мне все-таки наконец-то пришла смс-ка. Такое ощущение, что не глубины почты ее доставляли. Все, ребята, иду забирать. Надеюсь, что в этот раз это уже посылка от разработчиков все-таки. Все, почины, я на почту. Я думаю, в такой шапке на меня никто не нападет, все будут принимать за своего. Ребят, забрал подарок. К сожалению, он не тяжелый, но он довольно-таки длинный. Ну, прям вот такой длины. Ну, короче, надеюсь, вы поняли. Слушайте, ну приятно, кто-то мне подарок подарил в этом году. Моя любимая девушка помогла мне его распаковать. И в итоге вот подарок вот такой вот формы. Блин, ребят, как же это круто. Сейчас будем смотреть. Правда, обидно, что немножко запоздала посылочка. Ну, точнее, на целый месяц. Но ничего страшного, пацаны. Давайте смотреть. Анетка, монетка, снимаешь? Да. Опа! Погнали, погнали, погнали. Ну, что можно сказать? Надпись Axel Bolt, ребята. Ну, пока что все как обычно, бантик, все упаковано красиво, хорошо, аккуратно. Распакуем бантик, блин, как же это приятно, знаете, это как будто с нового айфона снимаешь пленку. Блин, это очень круто. Так, давайте распакуем. Трындец. Смотри, как запаковали, это нормально? Смотри, тут на какой-то морской узел. Ну ладно, ребят, я же у нас сильный, поэтому сейчас разорву. Изи. А что это? Записка? А ну-ка. Ты бот. Слышишь, это кто решил выпрофлить? Подарки от разработчиков, ты бот? Да быть такого не может, смотрите. Ты серьезно? Подожди, это не ты добавила? Нет. Ладно, все, оператор, не трясись. Ребята, если съемка будет плохая, все вопросы к оператору, к Анетке. Надпись «Ты бот», но я думаю, это Анетка, ну типа, ну, блин, или кто-то из студии решил подшутить. Так, ну что, идемте дальше, идемте дальше. Ты ровнешь, а что это? Промо. А ну-ка. Мне руки трясутся. Но это не я писала. Промо на АВМТХ. Это не ты писала? Нет. Точно не ты? Да это ж не, вообще не мой почерк. Смотри, смотри, а тут Кентбот АВМТХ 123. Чего? Так, я не понимаю, что происходит, но я хочу это проверить. Мне кажется, кто-то меня руфлит. Анетка, если это ты, я тебя чисто... Очень тебя поглажу. Это не я. Промокод довольно-таки странный. Кентбот АВМТХ 123. Ну, давайте, давайте ведем. Так, давайте. Я не понимаю только одну. Или меня кто-то очень жестко рофлит из студии, или это Анетка конфетка, пупит табуретка. Кентбот 123. Как вам промокодик? Не, нормальный промокод. Нормальный промокод. Давай проверять. Кентбот 123. Так. Готовы? Раз. Раз. Два. Три. Ну, это ты. Это ты. Разрешите поставить. 5 minutes later. Так, ребята, ну что, погнали. Короче, все это мы выбрасываем. Потом Анетку берет. Уберет. Ладно, я уберу. Так, выбрасываем все.
Ну что, готовишься, да? Готов. Ох, ребят, открытие, да? Вот я открывал много кейсочков в стендофе, но в реальной жизни никогда. Это капец, как интересно. А, подождите, я забыл сказать самое главное, разработчики. Что бы там ни было, большое спасибо, потому что как минимум вы заплатили за доставку, поэтому от меня вам чисто респект. Блин, хотел сказать уважение, потому что понял, что респект с английского означает уважение. Короче, ребята, разработчики, спасибо большое. Обнял, приподнял. Давайте, смотри. Так, готово? Так, все тише. Давай. Твою налево, ты еще телек не уронила. Покажи. Она только что вырезалась в телек. Говорю, свои деньги выплатила, я такая, стримила в 1000 стримов бесплатно. Собирала бы на новый телек. Так, ну что, ребят, погнали. Раз, два, три. Опа-па-па-па. Ну что, господа, первое, что вижу. Черная бумага. Я даже не знаю, для чего ее использовать. Ну, типа, если туалетная бумага закончится, то, в принципе, ребята, но если сильно придавить, то можно. Вот как бумага, она говорит, тебе нужна бумага? Дальше мне отправили такой вот дождик. Так, ребят, тут надо поосторожнее, потому что он весь рассыпается на кровати, тут надо максимально аккуратно. Так. Опа, ты что? Хэппи-нью-е! Смотри. Кент АПК. Поздравляю с Новым годом. Блин, он уже прошел месяц назад. Желаем расти над собой и находить больше интересных сюжетов. А, это типа не намекнули, что мой контент говно. Так, уважаемые разработчики, я и так нахожу нормальные сюжеты. У меня вроде и с просмотром все нормально, и так же нормал дэнс. Поэтому спасибо большое. Такая вот прикольная именная открыточка. Но я считаю, хэштег непогано. Смотрим дальше. Наклеечки. А, нет, тут без вариантов. Без вариантов, ребят, я прям сейчас беру. Мы сейчас их будем тестировать, и наклеечки. А ну-ка, прям сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой. Это, кажется, аркана наклейка, да? Так, Анетка. И вот эту наклеечку еще наклеим. Давай вот так. Сюда. Чисто, нормально, чисто. Сразу проверил подарок. Подарок, говорит, нормальный. А что это? Ты же это не был виден на записи? Нет. Насколько я знаю, ребята, это с Хэллоуин коллекции, это с Зоны 9, это New Year коллекшн, а это, не помнишь откуда? С какой-то коллекции? Это Рэндом или как? Какая Рэндом? Рейнбоу? Ну, наверное. Да, конечно, там нет таких наклеек, ты еще прикалываешься. Вот эта наклейка стоит, кажись, по 15 голды. Так, ладно, все, починай. Дальше. Опа! Не понял. А ну-ка. Ой-ой-ой, смотри, подарили. Там такой... промокоды. Тут промокоды? Угу. Серьезно думаешь? Угу. Так. Короче, ребят, подарили такой календарик. Так, можешь, чтобы меня было видно в камере? Ну, ты снимаешь какой блокнотик или меня? Смотрим. Надпись Axie Ball. Слушай, ну я буду использовать, вот сейчас без рофл, я, наверное, в этот блокнотик буду записывать идеи для видео. Мне кажется, очень прикольно. Там, типа, придумал какую-то идею, да, там, например, у меня есть одна прикольная идея. Вы, скорее всего, видите в следующем видео, пока что говорить не буду. Записал. Все. Идею, например, отснял, взял вот так вот, вырвал. Сейчас покажу. Вот так вырвал. Все. Выкинул мусор, все, и нормально. Вот так. Так, не понял. Ой-ой-ой. Слушай, это, знаешь, не ручка с приколом. Знаешь, так в детстве было, нажимаешь на ручку, и тебя током бьет. Так, а ну-ка. Ой. Послушайте этот звук. Подожди, а как ее включить? Жара сломала. Не сломанную ручку подарили. Смотри. Бюджет был ограничен. Нормально. Все, сорямба. То есть, ребят, подарили блокнотик, подарили ручечку, зашибумба, разработчики, от души, спасибо большое. Вот такая вот ручечка Axie Ball, то есть можно, ребят, записывать идеи для видео, сразу в этот блокнотик. Так, опа, а вот это что-то интересненькое. Ой-ой-ой, уберите детей от экрана, ох ты, блин. Акэр Драгон. Подожди, кажись, чего-то не хватает, слышишь? Какой Драгон? Это Акэр Туер, слушай, прикалываешься. А, ну да, я извиняюсь. Это признать не буду, чтоб все знали, что Анетка не за это звание снова. Ты не увидела. Анетка, нубетка. Так, подожди. Слушай, прикольно, так, еще есть продолжение, так. А, ну да. А ну-ка. О, нормально. Он еще стреляет, походу. А ну-ка. Да не надо. Тише, он стреляет. А, подожди. А вот резинки! Вот этот приколяс! А ну-ка. Капец. Так, почины. Сейчас будем проверять. Покажи поближе. А, да, давайте покажу сам АКР, а то, наверное, не показалось самое главное. Так, Анетка, ну можешь неподвижно стоять. Просто я сам все покажу. Они все сами видят. Вот. Почему? Вот такой АКР, и он стреляет. Прикольно. Слушай, не, ну реально прикольно. Сейчас реально будем проверять и попробуем по кому-то попасть. 5 minutes later.
Короче, ребят, мы уже разобрались, что и как. То есть, смотрите, натягиваем резиночку сюда. То есть, натягивать мы умеем. Хоть и есть лендофер, ребят, но разобрался с таким устройством. Дальше прицелимся так и стреляем. Изи, элементарно. Так, давайте еще раз, так, смотри, Анетка, деталь инструкции, ребят. То есть, берем резиночку, натягиваем, оп, опа, натянули, да? Итак, Анетка, скажи. Это нет. Это не больно, я тебе говорю. Да не надо, реально. Кто лайк не поставил, кто не подписался, будет иметь дело с этой резинкой. Так, иди дальше. Иди даже сюда. В меня не мог попасть, бот. Так, ребят, смотрите, что у нас есть еще. У нас еще есть вот такая вот подставочка. Я не знаю, что это, но, скорее всего, это подставка для АКР. И, в принципе, на этом, походу, подарки закончились. Аксельбол, ну маловато, маловато. Ладно, шучу. Подставочка готова, я ее собрал, еле разобрался. Но у меня есть такие подозрения, что я что-то делаю все равно неправильно. Ну, короче, и так пойдет, почти, и так пойдет. Я потом уже, в принципе, и видео снимаю. И так пойдет. Иди сюда, смотри, что я сделал. Есть дурный мужик. Ребята, ну, короче, как подставочка, так сказать. Будь стоять у меня возле кровати. Мало ли, когда-то придут какие-то грабители. Я их беру, оп, дальше. Беру резиночку. Итак, пацаны, вы попали к стендоферу, поэтому лучше текай с тела. И все, и нема никого, понимаете? Поэтому, ребята, ну и, конечно же, в подарке не обошлось без лишних запчастей. Вот эту штуковину я не понял, куда ее приставлять, поэтому, ребят, будет, короче, лишняя запчасть. Все, вот так вот. Давай. Ой, блин! На палец упал, ай-яй-яй. Это капец. А как оно упало? Ну что ж, уважаемые зрители, подписчики, Аксель Болт, если вы это смотрите, большое спасибо, то, что вы не положили на меня болт, отправили подарок. Мне стыдно, я вам ничего не отправил, а вы мне отправили. Большое спасибо, без какого-либо сарказма, иронии. Мне очень приятно. Большое спасибо. Обнял, приподнял. С вами был ваш Кентуха. Обязательно прожмите лайк, обязательно подпишитесь на мой канал. Всем удачи, всем пока! Пока!